Всем привет, дорогие мои зрители и любители вкусно покушать. В этом видео я покажу, как я готовлю лапшу и расскажу, как сделать так, чтобы лапша не разбухла и не раскисла в дальнейшем. Я нарезаю лук и обжариваю его на сковородке до золотистого цвета. Пока я обжариваю лук, на плите у меня варится бульон на курочке. У меня бедрышко, можно взять любую куриную часть. Добавляю мелко нашинкованную морковку и тоже ее пассерую. Далее добавляю обжаренные овощи к бульону. В бульон, помимо всего прочего, я кладу веточки от зелени, черный перчик горошком, и тем самым у меня получается такой наваристый душистый бульон. Затем я беру лапшу, у меня она в виде ракушек, и обжариваю на среднем огне 3 минуты. Для того, чтобы затем в дальнейшем она в супе у вас не разбухла. Затем к бульону, предварительно туда я еще и положила картофель, он уже у меня приготовился. Я отправляю макароны, свои ракушки, и готовлю их вот до готовности. Вот чудесный, красивый супчик у меня получился. Не забудьте посыпать зеленью. Лапша не разварилась. Всем приятного аппетита. Пока-пока.